не пропали даром. Придет. Ну, это рухли старше меня. Чего, блядь, ждать-то? Дураки, покупать такую. У нас полно за... Миха, хлебало завали. У нас клиент. Ну, надо чего? Давно здесь торгуешь? А? Ты явно не первый год в продажах. Опыт сразу видать. А чё опыт? У нас тут по-простому. Либо сразу берешь, что тебе надо, либо валишь нахуй. Ладно, подождем. Куда деваться? Нехилые у вас тут ценники. Потому что качество, чумбата. Что продаешь? Господин менеджер, тут клиент интересуется, что мы продаем. Что продаем? Провода всякие там, чипы, ну, дерьмо всякое. Слышал, что он сказал? Говорят, у вас можно купить серьезную аппаратуру. Слышь, ты или покупай, или иди отсюда. Смотри, что у нас есть. Я Джиллиан Джордан, и это мировые новости на 54-м канале. Западные корпоративные штаты сообщили о новой визовой программе. Теперь... Ну я... Да я просто за ней присматриваю. Да уж, веселее некуда. Не, она сама справляется. Главное, чтобы она от голоду не подохла. Не, сегодня день ног отменяется. Идет сидеть. Последний. Зачем ты сделал это?